Юные инспекторы ГИБДД со своими взрослыми наставниками вышли на дорогу с одной целью – напомнить автолюбителям о том, чтобы те были предельно внимательны. Здравствуйте! Желаю вам не нарушать никогда правила, чтобы у вас все было на дороге хорошо. Удачного вам пути! Спасибо большое! До свидания! Акция «Внимание, дети!» организована ГИБДД совместно с управлением образования города. К такому необычному призыву к порядку на дорогах автолюбители отнеслись положительно. Все прислушиваются. Сейчас пропускать больше стали народа. Все ездят по правилам. Нужна такая акция? Да, конечно. Ясно. И приятно. Положительный опыт получили и сами юные инспекторы. Нам не сложно и не страшно, потому что с нами стоят инспектора дорожного движения. Да, я считаю, что нужно проводить такое, потому что каждый водитель должен знать, что он должен соблюдать правила, что мы его уважаем. Татьяна Баловнева, Евгений Ерофеев, новости Димитровграда.